Итак, уважаемые родители, поговорим продолжение нашего разговора о проблемах детского церебрального паралича. Поговорим о лечении и реабилитации таких детей. Значит, сразу определимся в следующих моментах. Первое. Все мероприятия должны проводиться не только вами, но и специалистами. Второе. Специалисты должны быть, ну, понятно, что понимающие, о чем идет речь. И самое главное, это специалисты, которые имеют опыт работы с детьми. К сожалению, часто сталкиваешься, когда приходит специалист, ну, который себя там потенцирует как опытный специалист, на самом деле просмотревший там несколько роликов в Ютубе, и он посчитал, что ничего страшного, он может делать сам. Сразу хочу вам сказать, что даже обычный рядовой массаж, с которого, собственно говоря, и начинается реабилитация, должны делать специалисты, умеющие работать с детьми. Почему? Потому что техника детского массажа, детский массаж – это дети до 12 лет. И массаж общий, взрослый, совершенно разные техники. Нельзя даже замечательному экс-специалисту, суперспециалисту в области массажа доверить массаж ребенка в возрасте до 12 лет, если он не проходил соответствующую подготовку. Это первое. Второе. Специалист по массажу должен обучить вас этой технике, потому что вы должны заниматься с ребенком не только каждый день, но и несколько раз в день. То есть вы должны нацелиться и настроиться на то, что вы занимаетесь ребенком постоянно. Итак, как вы уже поняли, мы начинаем с массажа. И массаж должен быть общим, то есть он охватывает все мышцы и все части тела ребенка, но основной крен, основное время мы должны уделять области шеи. Поэтому, когда ребенок делает массаж, он должен находиться в положении лежа на спине, и начинаем работать с шейными мышцами. В дальнейшем, ну, во-первых, я возвращаю вас в нашу энциклопедию здоровья, где в свое время я показывал эту технику. Поэтому найдите, посмотрите и постарайтесь ее воспринять. Вторую технику? Технику массажа новорожденного ребенка. Да, это вы имеете в виду энциклопедию практической помощи, да, при аутизме и ДЦП. Да, совершенно верно. Это наш проект. Адрес в интернете – это autism-help.com. И есть эти статьи еще на нашем основном сайте, это br-david.com в разделе статьи. Значит, да, обращайтесь, потому что, в общем-то, для этого эта энциклопедия и сделана. И в Ютубе, разумеется, да, на нашем канале. Значит, это первое. Второй элемент, который вы можете делать сами, и он абсолютно необходим, это раннее грудное плавание. Значит, понятно, что нет у
всех бассейнов, что это трудно, но это можно осуществить в простой, обычной, банальной ванне. Весь вопрос в технике. Ребенок должен находиться в воде, лежа на спине. Единственное условие – это то, что вода должна доходить до границы ушных раковин. Шея должна быть погружена в воде, и, соответственно, ребенок должен лежать на вашей руке. То есть, давайте я продемонстрирую, да, вот ребенка голова, вот это, да, вот она лежит, все остальное в воде, и голова погружена в воду, шея и затылок до включает часть затылочной кости, должна быть погружена в воду. Температура воды комфортная, то есть она не должна быть горячей, та температура, при которой вы ребенка купаете. И ребенок может осуществлять активные движения в воде, может с ним поиграть, он может, так сказать, да, активно дрыгать там ножками, ручками. Вот. Детям это нравится, и после этого дети обычно очень хорошо и легко засыпают. Поэтому такие процедуры нужно всегда как бы стыковать со сном. То есть это может быть дневной сон, это может быть вечерний сон. Не обязательно это может стыковаться под купание, но тем не менее вот, ребенку хорошо после этого спать. Третий... Скажите, прошу прощения, я просто слушаюсь ваши слова, сказать, что голова должна быть погружена в воду. Имеется в виду, разумеется, что часть головы. Ну да, я говорю, под... Не надо следить, чтобы ребенок случайно не захлебнулся там. Нет, ну он лежит на вашей руке, конечно. Но мало ли. Ну, естественно, старайтесь так, чтобы это все было очень твердо зафиксировано, и это нельзя делать походи, то есть между делом, там, смотря телевизор, находясь второй рукой в телефоне, то есть это исключено абсолютно. Вот. Третья процедура, которую вы должны подключить, это более сложный момент. Здесь нужен специалист, и эта процедура называется краниосакральная терапия. Это таких специалистов на самом деле не так много. Это специалисты, которые работают с детьми обязательно, потому что есть специалисты краниосакральной терапии, которые с детьми не работают, это не совсем то, что нужно. Вот. Поэтому такие специалистов желательно найти, и желательно, чтобы они имели соответствующую подготовку. Я должен уточнить. То, что вы знаете, краниосакральная терапия, остеопатия, хиропрактика – это для Америки, например, это обычные медицинские специальности, и обучаются этому несколько лет. Вот наш доктор Шлома Плоткин изучал это в Америке, именно он учился на это 4 года, только на это. Дело все в том, что сейчас уже и в российских, ну, я надеюсь, что в европейских тоже, и в российских, в том числе, медицинских институтах на кафедре неврологии есть курсы, где-то факультативные, где-то уже введены в программу, где уже студенты-медики могут освоить такие методики, которые... вот позволяют работать в этой области. Но в частности, вот у меня достаточно близкий мне человек в Петербурге,
пройдя невролог общий, пройдя специализацию по детской краниосакральной терапии, успешно работает вот в сфере краниосакральной терапии у детей. Поэтому таких специалистов становится все больше и больше, и я думаю, что при желании можно такого специалиста найти, и курс краниосакральной терапии необходим. Иногда он решающий, ну, скажем, вот для детей гиперактивных, которые неусидчивые, которые не воспринимают информацию, и которым уже 7-10 лет, они, это основная методика, которая выведет из такого состояния. Поэтому, кроме всего прочего, ребенку с родовой травмой необходимо, ну, скажем, какие-то общие методики, а именно методики, направленные на развитие мелкой моторики. То есть это конструктор, это мозаика, это собирание каких-то деталей, это элементарно очистка крупы от примесей, это разбор пуговиц по размерам, да, когда крупные в одну коробочку, мелкие в другую, и ребенок это делает пальчиками. Великолепно, да, великолепно. Развитие мелкой моторики. Да, это, да. Еще две позиции, которые, я считаю, необходимы включить в эту методику реабилитации. Это, во-первых, музыкальная терапия, а именно струнные инструменты, когда ребенок перебирает струны, вот, или клавиши клавишных инструментов. И здесь, я думаю, мы обратимся к специалисту нашего центра, который может, я надеюсь, да, не только показать, дать консультации, какие-то, может быть, индивидуальные методики продемонстрировать для таких детей. Это раз. И второе, это... Это имеется в виду Камил Человек. Ну, конечно, да, конечно. Легендарный Камил Человек. Да. И второй момент, это лепка. Вот работа с глиной, причем даже не сколько с пластилином, а сколько именно с глиной. Вот как бы, да, вылепление каких-то конкретных мелких деталей, это великолепно способствует реабилитации и развитию таких, такой патологии. Значит, я понимаю, что за время вот нашего эфира рассказать обо всех возможных методиках, ну, наверное, нереально. И поэтому я обращаюсь вот к вам и к Давиду с таким предложением, что, может быть, возьмем где-то вот ближайшие 2 недели, дадим родителям, которые прослушают вот наш сегодняшний материал, и подготовят вопросы, какие-то, может быть, даже не сколько такие вот одноразовые вопросы, сколько вопросы, которые мы разобьем в дальнейшем в той или иной методике. Ну, в частности, вот я, например, понимаю, что вы захотите более подробно еще раз прослушать о том, что такое краниосакральная терапия, почему она настолько эффективна у таких детей, что такое остеопатия, когда она применяется не так широко и дает не такой
результат. И вот почему. Я думаю, что в следующем нашем эфире, если будет вот интерес, будут ваши вопросы, мы это озвучим. Так что следите за нашими публикациями, следите за тем, что выставляется на наших сайтах, и старайтесь как можно чаще обращаться вот к тем материалам, которые уже выложены. Для этого мы работали достаточно напряженно, много специалистов, которые давали вам эту информацию, чтобы вы о ней не забывали, чтобы вы ею пользовались, и в случае каких-то вопросов, каких-то недопониманий с вашей стороны, мы всегда готовы ответить в чатах, в индивидуальных наших каких-то общениях, в лекционном материале и, в общем-то, в индивидуальных и групповых консультациях специалистов нашего центра. Все, спасибо за внимание, до новых встреч. Мы, так сказать, поздравляем с нашими еврейскими праздниками, вот, и желаем всем здоровья, счастливого... Да. Привет и благословения, да. Из солнечного Иерусалима. Да, из солнечного Иерусалима. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы.